На календаре 27 января. Среда, экватор недели. Спешу порадовать вас найденными новостями, среди которых мощный пиар-ход, Макушкин вирус и ход короля. Это подсмотрено в сети. Меня зовут Алена Медведева. Здравствуйте. Любовь к фруктам, она такая. Подписали фото очевидцы. Возникает, правда, некоторое сомнение, что это любовь к сочным плодам, а не к их успешной продаже. Как бы там ни было, а не побоюсь этого слова, вкусный пиар-ход удался. Жители Ростова оценили креативный подход. «Дайте адрес этой точки. Выезжаю», – написал Геннадий. «Представляю, как бы выглядел этот арт-юмор, будь это мясная лавка», – задумалась Анна. «А я вам подскажу. Например, страстные сердечки». «Простите, у нас что, новый вирус заходит через макушку?» Так прокомментировали снимок в сети. «Предлагаю не судить строго, возможно, это такое новое модное веяние. Во всяком случае, укладка легко переживет легкий моросящий дождь». Очевидцы взбунтовались, ведь их возрастная категория больше остальных подвержена заражению. «Надо бы следить за здоровьем», пишет Ирина. «Зато стоят как сестрички, одинаковые. Как говорится, один за всех и все за одного», шутит Ярослав. Согласна. Это ж так прикольно, когда подружки на одной волне. 18-летний шахматист из Новочеркасска Андрей Есипенко обыграл действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена в супертурнире конкурса. Жители Донского края от души порадовались за земляка. «Красавчик! Молодец!» или «Горжусь соотечественником!» Ну и я присоединяюсь к поздравлениям и желаю вам, дорогие зрители, таких же высоких взлетов. Давайте вести нашу богатую на таланты землю только к победам! На этом сегодня все. Дальше больше. Увидимся завтра в этом же месте, чтобы обсудить новые подсмотренные новости. Пока-пока.